Привет, друзья! С праздником Рождества вас всех! Да. Вы знаете, что интересно? Вот мне мой друг Володя Сандалов, он прислал такой текст. Это такая фотография, он скопировал фото с какой-то книжки. Значит, ему подарил православный друг его, и Володя Сандалов мне прислал. И там написано... А он своего друга православного научил ключу, и поэтому тот ему это подарил, и тот мне прислал. Да. Когда я бываю таким уставшим, я обычно иду к себе в комнату, смотрю на иконы и говорю: «Спокойной всем ночи», после чего ложусь в кровать. Но в эту ночь я почувствовал стыд и стал ходить по коридору, говоря: «Прости меня, Господи, я не могу молиться сегодня, прости меня, Господи, я устал». Так он ходил по коридору с полчаса, повторяя эти слова. И таким образом Господь сподобил его исполнить свое молитвенное правило. И так мы все можем обнаружить себе невероятное количество духовной энергии, если сумеем найти к ней ключ, ключ Давидов. И сделать правильное движение, чтобы высвободить ее. То есть надо найти смиренную мысль, подаваемую нам от Господа, которую мы стоим, когда мы стоим на его суде и шествуем вниз. И там Откровение 3,7, точка, страница 133 и так далее. Ну вот посмотрите, как интересно. Значит, я послал это своему другому другу и на Фейсбуке поставил картинку эту с этим текстом. И тут, значит, мне присылает мой другой друг: «С праздником! Надо разобраться, что за ключ Давида и источник этого фрагмента, но удивительно похоже на твои советы». А я пишу: «Они читаются, когда уже знаешь метод». Поэтому я и говорил всегда, что ключ – это ключ от всех дверей. Почему? Потому что, когда мы метод ключ уже знаем, и механизм его устройства, мы и в старинных текстах можем найти описание вот этих принципов, повторяемых действий, повторения и молитвы, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз я поздравляю вас с праздником Рождества. Да, это очень великий праздник, да, как и праздники и в исламе, как и праздники и в буддизме, как и праздники и в других нам понятных уже, и мы создаем вместе все науку человечности для того, чтобы вот так логически нам были понятны не только в религии, а логически нам были понятны общечеловеческие ценности, которые подтверждают в человеке эту наивысшую значимость быть человеком. Да, это очень важно. До встречи, друзья. До встречи. Еще раз с праздником Рождества.